Андрей Танковидов был подростком, когда началась война. В июне 41-го его старшие братья ушли на фронт, а он самоотверженно трудился в тылу. Воевать он пошел в 44-м, а в марте победного 45-го молодого солдата включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта. После войны Андрей Петрович служил в МВД. Его супруга Зоя Федоровна во время войны была связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После войны трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования. Каждый год мы поздравляем наших ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником. Каждый год мы говорим им слова благодарности за те трудности, которые они пережили, за тот подвиг, который они сделали, за те многие десятилетия после Великой Отечественной войны, когда они воспитывали нашу молодежь, продолжают это делать и сегодня. Полковник Василий Суржок передал ветеранам поздравления с праздником от лица командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Просяника. Росгвардейцы вручили ветерану вторую книгу его воспоминаний, напечатанную накануне Дня Победы. Первая часть мемуаров Андрея Танковидова увидела свет накануне 9 мая прошлого года. Виктория Шарая, «События».